Друзья, всем привет и добро пожаловать к нам на канал. Сегодняшнее видео я буду делать уборку, генеральную уборку и готовить дом к человеку. Он называется оценщик, который придет и будет оценивать дом. Мы решили рефинансировать дом, в нем прожили почти 3 года и накопились там какие-то деньги. И чтобы сделать немножечко ниже платеж ежемесячный, мы будем рефинансировать. А перед тем, как рефинансировать, должен прийти оценщик и сказать, сколько этот дом стоит. Ну и какая его цена на нынешний момент. И в зависимости от маркета, конечно. Так что мне пришлось поработать 2 дня подряд, убирать. И беру вас с собой. Так что подписывайтесь, ставьте нам пальчики вверх и давайте начнем. Ребята, знаю, как многим нравится распаковка посылок. Мне пришла посылочка с Амазона. У нас много всяких преображений в доме. Так что сейчас открою, покажу, что мне там пришло. Смотрите, тут вообще разное я заказала. Ну вот, начнем с силикона, да. Это прозрачный силикон, водонепроницаемый для душевой. Я говорила в предыдущем видео, что у нас вода заливается под душевую кабину, и мы должны нанести силикон, да, все это закрыть, и Дэвид будет этим заниматься. Что у нас здесь? А, здесь я заказала гель для душа для Дэвида от фирмы Adidas. Это все, кстати, с Амазона заказала. Заказала себе шампунь. Мне очень нравится эта фирма Giovanni Too Chic называется. Очень хорошая. Это для крашеных волос фиолетовый шампунь. Шампунь и кондиционер. Да, вот. Это шампунь, а второй кондиционер. И заказала вот такую вот ручку. Это, знаете что? Это такая ручка водонепроницаемая с разными оттенками. Это между кафелем проводить. Да, он называется grout. Когда вот этот песочек, в общем, не знаю, как на русском. В общем, это для того, чтобы обновить вот эти вот линии между плиткой. Я это буду сейчас делать в нашей ванне. Вот вторая посылочка у меня здесь, водичка Bioderma. Да, это для снятия макияжа для лица. Говорят, что очень хорошая. И по ревью я решила ее заказать. Посмотрим. И что у нас здесь? Самая посылочка. Так, здесь у нас такие маленькие полотенчики. Это для того, чтобы убирать дом, так как я генеральную уборку затеяла. Тут их, по-моему, 6 штук. Они где-то $8 стоили. Нутеллу заказала девочкам. Они очень просили. Я сделала блинчики, а не было чем смазать. Один раз. Кстати, первый раз на Амазоне заказывала нутеллу. Они попросили, я сказала, ладно. И заказала себе корейскую фирму. Это патчи для лица под глаза. Здесь их 30 штучек. И тоже заказала на Амазоне. Очень хорошие отзывы. Я оставлю ссылочку на это под видео, если вам интересно. Если вы живете в Америке, заказывайте себе. Ну вот, вот моя посылка. Сейчас пойду все это делать и заниматься. И посмотрим, как получится. Вот эту ручку возьму. Пойду и попробую. Ребята, что нужно сделать? Вот смотрите, это называется широкий, то есть мне подходит прямо по размеру. Нужно вот так вот повыжимать, и выходит цвет. Значит, сейчас будем закрашивать дырки. Вот, чтобы вы понимали, что я говорю, видите, у нас в ванной вот это все, я сейчас буду закрашивать. Gotta tell you that I'm on
can't quit you now, cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. Ребята, эта паста просто бомба. Если вы живете в Америке, я вам очень ее рекомендую. Моя знакомая подруга-американка снимает видео про уборку. И она вот купила, так и называется, розовая паста. Вот она так выглядит. В общем, она чистит все. У меня была плесень вокруг окна в ванной, потому что там нету вентиляции. Очистилась за секунду. Даже хлорка не взяла. Не знаю, что... Какой здесь ингредиент, она очень хорошо помогает. Так что сейчас я буду чистить плиту. Надеюсь, что все отмоет. Тут буквально чуть-чуть нужно. Вот так вот, вот хватит. Ребята, ну посмотрите, как чисто. Я вообще в шоке от этой пасты. Она реально очистила мне все за секунду. Смотрите, как блестит. Мне не нужно было ничем споласкивать, а просто влажной тряпкой пройтись и все вытереть. Зато плита, как была, когда мы въехали, чистенькая-чистенькая. Так, пришли вроде бы мне правильный размер этих ручек, но не совсем. Отличается немного, но уже лучше. Так что я их быстренько сейчас все заменю, потому что вон почти 3 часа. Человек этот приходит 4 часа. Я еще и готовлю энчилада с Дэвиду, делаю вот такие вот вкусненькие с курочкой внутри. Короче, все сразу уже убрала. Тедди мне помогал. Да, так сильно помогал, устал, бедный. Отдыхает. Все чистенько, осталось только пол помыть. Все убрала.
Убиралась с 9 утра, смотрите, уже почти 3 часа. В общем, сейчас это сделаю и буду отдыхать. Так, ребята, следующий проект – это покрасить эти ступеньки. Вот у меня краска, валик. Сейчас начну. У нас так холодно, такая погода паршивая. Но мне нужно быстренько, потому что этот оценивающий... Человек, который будет оценивать дом, он придет через 3 часа, так что надеюсь, что все высохнет. Так, ну все, ребята, я все сделала. Посмотрите, как смотрится с новыми ручками. Может, издалека не так сильно видно, но они новые, красивые. Я думаю, что такие маленькие детали, но, как говорят американцы, makes a difference. То есть, видна разница. Я везде их забомбила. И вот здесь, и у меня еще остались, я в ванных комнатах тоже сделаю. Все, ребята. Не собираться, я еще успела сделать супчик в скороварке, очень вкусно, с сосисками и с курочкой. Девочки сейчас придут со школы и пообедают. Так что, вот так вот. А, да, как же получились ступеньки, сейчас покажу вам. И террасу не показывала, мы здесь все убрали, еще осталось сетку какую-то. Купили новый цветочек. Эдди тут как тут вышел, да, что происходит, Эдди, вот, ну, пока неплохо, надо еще, конечно, здесь, я хочу пальмы купить, чтобы в углу поставить, чтобы красиво было, так, вот ступеньки мои, я их покрасила, эта дверь у нас, кстати, тоже новая, Дэвид ее заменил, мне нужно ее тоже покрасить, а ступеньки, так, не видно, не хочу сказать, что Эдди выбежит, они еще свежие, мокрые, так что... Они еще свежие и мокрые, и поэтому я не хочу его сейчас выпускать, а то он мне там оставит следы. Убрала еще вот там вот, в углу, чистенько все, аккуратненько. Я думаю, что все хорошо выглядит. Пойдем обедать. Вам, друзья, сладких снов или доброе утро, во сколько вы будете видео смотреть. И встретимся в следующем видео. Пока-пока, друзья!